Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и добро пожаловать в нашу новую серию. А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Неоса. На его канале сможете найти Hunger Games, Pixelmon, который является его основной рубрикой, и многое другое. Зайди, подпишись, и может ты найдешь что-то интересное для себя. Ссылочка в описании и также на ваших экранах, а мы приступаем просмотру. Что мы будем делать в этой серии? Пам-пам-пам-пам-пам. Мы наконец-то прокачаем Пилсвайна, выложим Дивгонга и может Свадлона, но еще нужно, чтобы он немного побегал, потому что за 4 уровня мы вряд ли ему сможем докачать до 220 вроде сейчас, или сколько ему там нужно, 210. Так. Немного увеличим громкость, и давайте, ребята, я вам еще небольшую экскурсию покажу, что я сделал. Я, в принципе, ничего большого такого не сделал, только вот тут я сделал небольшую такую дорожку, чтобы, например, сейчас... А, это ты за мной бегаешь? А вот как тут, да? То есть мы собрали вот эти все ресурсы, ла-ла-ла-ла-ла, тут это все мы собрали, подошли. Давайте, например, вот это собрали, положили вот сюда вагонетку... сундучком, толкнули, и она отправилась в наш ресторан. А почему в ресторан? Потому что ну, все продукты, еду мы же будем вот там делать, да, поэтому она, по идее, должна и там стоять. Сейчас мы посмотрим, она тут. Да, она тут. Ее покемоны толкают нафиг, потому что она там была, а не тут. Ребята, это очень, как вы видите, то есть даже мне топчат, вот. Смотрите, даже уже вот тут появляются вот эти местечка, где вот эти паскуды мне натоптали мне тут. Так, ребятушечки, давайте пока ночь, не будем терять время, мы отправимся на наш остров, прокачаем один уровень Пилосвайну, 3 уровня Дивгонгу, чтобы не терять просто Блисси, потому что в этой серии мы убьем только 9 Блисси, потому что я случайно убил на одну Блисси больше в предыдущей серии. Мне как-то кажется, или как-то покемонов, ну прям, ну, не айс, то есть... Ау, просыпайтесь, я понимаю, что на улице ночь, но... я еще как-то вот так мало покемонов... Воу, проснулись, охренеть, это вообще... проснулись, ребята, наконец-то. Так, ну что, Пилосвайн, тебе еще один уровень. Давайте-ка мы его быстренько прокачаем. Опа. Вот эти чурки бьются, не бьются, дерутся. Дерутся все-таки. Ребята, не забываем подписываться на мой канал. А зачем? А за тем, что вы вступаете в нашу банду крутых перцев. Если вы не знаете, ребята, у нас есть банда крутых перцев. Кстати, в чат пишите. Это означает, что вы все-таки состоите в нашей банде. Вы ее любите, уважаете. И все же, ребята, мы одна команда. Кто хочет, вступайте. Пропуск бесплатный, можно и так сказать. Поэтому, ребята, всех вас ждем, новых новобранцев в нашу армию. Или там банду, не знаю, как лучше называть. Но все же, давайте сейчас займемся нашей прокачкой. Нам осталось прокачать. Ну, я не знаю. Оу. А, ну я думал, он уже прям убьет. Ребята, Глейгар уже 62 уровень. Мы его недавно взяли, он уже 62. Ну, в принципе, чем дальше, тем он как бы сложнее прокачивается, я согласен. Но такими темпами мы скоро уже Дратини возьмем. Фу, ну все же, посмотрим, сколько он еще послужит. Я даже, ребят, я поэтому не одеваю на него... Я поэтому не одеваю на него лакетч, чтобы он, ну, дольше нам послужил, потому что если я сейчас возьму и одену на него лакетч, то мы его, в принципе, уже очень быстро выложим. А я не хочу, потому что Глейгар многим нравится, можно и так сказать. Время для яичек. Ладно, пока что не будем кушать, это такой эксперимент. Пока мы уже, точнее,
Мы будем голодать до тех пор, пока мы уже не сможем быстро передвигаться и посмотрим, сколько восстанавливают яички. Может, не так много, как я думаю, может, они там восстанавливают одну или две, а мы тут ждем. Но все же посмотрим. Пилус, Вайн, ребята, пылесос уже наш наконец-то эволюционирует. Давайте посмотрим на Шайни маму Свайна. Шайни. И три уровня. Ну, еще три уровня, в принципе, осталось Евгонгу. За ночь, я не знаю, сможем ли мы прокачать. Ух, какой-то желтенький. Сейчас мы на него не будем смотреть, потому что мы ни хрена не увидим, а пойдем домой и там посмотрим. Но сейчас я не знаю, ребята, то есть смотрите, вот так. Я не вижу тут нормальных покемонов, то есть больших уровней. Летать? Ну... Так, спокойно, Эдисон, спокойно, а то еще... О, у меня стресс. Твою мать, Суйкун. Иди в страку. Иди сюда, паскуда. Иди сюда, Суйкун. Вы видите, что, в принципе, я правильно писал? А, ну, перед тем, как заспавнить легендарного, Суйкун. Оно подлагивает, то есть оно так зависло, и я уже знаю, что когда оно вот так подвисло, потом сразу развисло, и сразу спавнится легенда. И вот сейчас, твою мать, с этим Суйкуном, паскуда, я надеюсь, ага, да, хрен, ну, был бы у нас Лукарио, я бы его еще убил, но Глэгером 60 уровнем против 70 уровня легенды вряд ли мы убьем. Так, сейчас, спокойно, то я себе сейчас все нервы испорчу. Туалетная бумага сраки торчит, и он на понте такой стоит, мол, вот Эдисон, я заспавнился, затроллил, иди в жопу. Давай, давай, еще один Суйкун спамится, или сейчас Гроудон заспамится, потому что мы возле пустыни какой-то находимся. Вашу мать, этих легенд, ребята. Я уже не знаю, ребят, я уже с ума схожу. Это жопа, с этими легендами нафиг. Кто такой спам вам сделал? Ху, я опять чуть не умер из-за того, что залагало чуть-чуть. Ух, ребята. Да ну вас, этих легенд в сраку. Просто идем мы за Селеби. Селеби, выходи, зараза. Нужно писать, потому что она не отображается как легенда, я не знаю почему. То есть мы в предыдущей серии пытались вот это сделать, точнее мы ее заспавнили даже в Селби, потому что я делал вот эту качалку для покемонов, я показывал, и Селби даже на карте не отображалась как легенда. Это вообще охренеть. Может, она уже там спавнилась пару раз, ну, я надеюсь, а мы ее не заметили. Я надеюсь, потому что если она спавнилась, значит, означает, что у нее есть спавн, а если не спавнилась, то хреново. Я не уверен, что Райкваза тут тоже спавнится. То есть многие люди мне говорили, что там кто-то вот этот не спавнится, кто-то вот этот не спавнится, кто-то вот этот не спавнится. Ну, хрен его знает. Давайте еще быстренько в джунгли сходим. Даже мне говорили, что Мью не спавнится. То есть в этой версии как-то сделали, что Мью не спавнится, Селби не спавнится. А кто-то говорит, что спавнится. Ребят, ну, будем верить, что спавнится. Хотя бы будем надеяться на это. Если нет, то... Я не знаю, что мы будем делать с легендами, потому что мы заканчиваем сезон только тогда, когда у нас ловлены все покемоны и они все прокачаны. А если у нас не будет легенд, то я не знаю, ребята. Ладно, давайте уже покушаем эту яичницу. Ну, один, два, восстанавливает два, ребята. Нормально, нормально, сойдет. Так, ладно, ребята. Сейчас утро будет. Давайте я еще быстренько сбегаю вот сюда. Эх, вашу мать, если сейчас еще один... Конченый джекпак, я не знаю, но я что-то обосрался. Как-то так неожиданно, Суйкун. Иди в жопу уже, харе тут тусоваться. Вот ты. Ребята. У меня есть идейка с музеем и есть идейка с рестораном. То есть смотрите. С
Что будет с музеем, я объясню в следующей серии. Но я больше людей не буду добавлять в музей. А почему? И что будет с теми людьми, которые находятся в музее, они будут. И это, можно сказать, будет как соревнование. То есть люди, которые находятся в музее, они там останутся, но они там останутся как будто последний герой, да? Кто будет продолжать комментировать, тот будет оставаться в музее. Кто перестанет комментировать, я буду выкидывать из музея. И победит тот, кто последний останется в музее, кто все-таки не перестанет комментировать. Ну или последние, то есть кто, может, там пару людей не перестанут комментировать, будем надеяться. Поэтому, ребят, посмотрим. Но об этом я расскажу в следующей серии. То есть в следующей серии мы уже сделаем очистку, но новых людей я не буду добавлять. А куда я буду добавлять новых людей? Новых людей я буду добавлять в ресторан. То есть это, можно сказать, не музей, то есть нет, у нас не будет такой фигни, как с музеем, да, там, мол, комментируем много, чтобы попасть в музей, и потом придут опять вот эти люди, которые не ставят лайки, комментируют не для того, чтобы высказать свое мнение о серии, а будут им писать там, мол, Алисан, засунь меня в музей, я уже комментирую там 150 серий подряд, хотя он там оставил комментарий только на одной серии, засунь меня в музей, там дебил, уже начинают там агриться, материться, засунь меня в музей, потому что я уже охренеть как долго комментирую, хотя это в принципе неправда. Час. Хорси. Во. И в принципе, ребята, действительно неправда. Поэтому такого не будет, но будет что-то другое, то есть, твою мать, где ты такая шустрая взялась? Ребят, мы хрен попадем. А нет, попали, все-таки снайперский прицел работает. Дайвбол, так как это водный покемон, почему бы не словить с дайвболом? Они же у нас, просто сказать, валяются, можно и так сказать. Ну словись уже, чтобы мы уходили отсюда, замечательно. Водный покемон, Хорси, тут уже в Хорси три эволюции есть, то есть там Кинград, Кингдыр, Кингдыра, нет, Кингдыра. Ну, сейчас. Мэджикарп, ну, сойдет. Так, ладно, не будем пока отвлекаться там о Хорси. Я хочу уже дорассказать то, что я хочу сделать. То есть, ну, просто ресторан делается, это как какой-то мини-заменитель музея. То есть, в чем будет заключаться его суть. Ну, как бы, вы подаете мне заказ. Ну, это чуть-чуть дальше, ребята. Вы, в принципе, можете уже подавать свой заказ. То есть, допустим, на покемон, как я просто смотрю на босса и сказал покемонов, извиняюсь. То есть на, ну, заказ там, ну о чем? На еду, да, так как мы говорили, но я еще пока же делать не буду, потому что нам, во-первых, нужны ингредиенты, во-вторых, мне еще самому нужно разобраться, что и как. Поэтому, ребята, этого пока что еще не будет, но вы уже можете писать заказы, я уже буду их записывать потихоньку. То есть смотрите, ребята, в чем будет заключаться смысл. Вы будете писать заказы, когда я вижу, что вы там написали 1-2 заказа, я буду их записывать тоже, как бы, на стенку, и буду выполнять заказы каждого из вас, ну, на кого меня хватит, если там 100 человек напишет заказ, конечно, я в одну серию не сделаю 100 заказов, потому что это будет уже слишком, да, и у меня, в принципе, времени даже не будет 100 заказов делать, да, и ингредиентов, и желаний, и всего остального. Паскуда, я даже с радости кирку выкинул нашу алмазную. Вашу мать, мы хрен его сейчас тут найдем. Ну в жопу эту кирку, в жопу, сделаем себе новую или ща найдем. Мью! Наконец-то, ребята. Будет у нас и Мью. И вашу мать, не будет у нас Мью. Я надеюсь, что все-таки будет. Твою мать, я же выложил мастерболы в этот, в рюкзак. Но все же, мастербол. Будет у нас семью, будет у нас семью ту. Не зря мы тут полетали. Так, ребята. Ух,
все мои планы перебились, я хотел серию назвать по-другому, чтобы объяснить, какой будет заменитель музея, но это я уже сделаю, наверное, в следующей серии. Вашу мать, мы прокакали нашу кирку. Ну, ладно, я его потом вне серии, ребята, себе верну, потому что, ну, вряд ли мы его сейчас найдем, этого... А, я уже как-то... Вряд ли мы ее сейчас найдем, я ее верну потом себе вне серии, потому что заново делал, я случайно выкинул, ну хотя может даже случайно сделаю, потом сделаю заново себе. Ну, сейчас, ребята, хрен мы тут ее найдем, честно, то есть вряд ли, очень вряд ли мы ее тут найдем. Ну ладно, даже, наверное, не будем пытаться. Ну ладно, в жопу. Да, прикиньте, сейчас еще из тела без исправиться. В жопу этого Суйкуна. Потому что мы словили Мью. Ху, ребята. Что за туса тут в Венозаврах, как я смотрю? Один Венозавр, второй там Венозавр тусуется. А, ну если ты хилиться будешь, то, конечно, мы тебя так хрен убьем. И вашу мать. А, ну ты паскуда, если ты хилиться будешь, то, конечно, мы тебя точно не убьем. Ну ладно, сейчас уже мне похрен, потому что мы словили Мью. Да твою мать. То есть, ты паскуда убежал, еще и пропал? Зараза. Ну я отомщу на твоем брате. Если ты такой крутой, иди сюда. Ты не босс, но все же мы отомстим. Прям мстители какие-то, да? Ну давай, Селави. Мы тебя через баг спавним. Ну, как бы бага не существует, но я в общем говорю. В том смысле, что мы быстро летаем, наверное, чанки быстро грузятся. И может это тоже какой-то результат придает, что ли? Ну хрен его знает. Ладно. Мью. Фу. То есть смотрите, я быстренько вам расскажу о музее, но это будет в следующей серии. Серия будет по-другому называться, потому что я хотел сделать в этой серии, но, как видите, планы все поменялись с появлением Мью. То есть в музее будут оставаться люди до тех пор, пока не останется последний, он будет как там остаться в живых, да, там последний победитель, он выиграл, все, но это будет через две серии, я это все подробно буду объяснять, что я буду объяснять в следующей серии, то... Что вы будете писать свои заказы, я буду каждого с вас записывать заказ, если он, конечно, там адекватный, а не там, вот ты слышь, там, чувак, сделай мне там больше, или я тебе там напинаю. Конечно, такого я не буду, просто посылать буду. А если там человек нормально там просит, сделай там, молодец, там, мне борщ, там, чай, кофе, всякую другую еду, то, конечно, я его запишу, и потом, когда тоже приступит очередь, например, если запишу там одного человека, второго, третьего, десятого, двадцатого, потом ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, там, 150-го, то, конечно, я не буду делать сначала еду 150-го человека, а сделаю первого, второго, третьего, четвертого, там, потом сотого, 110-го, 140-го, 149-го, и когда подойдет очередь, то тогда сделаю его еду. И каждый человек, имя каждого человека будет записано в подземном туннеле под нашим рестораном. А почему в туннеле? Ребята, ну вы же знаете, какая хрень с этими статуями. Хотите убедиться, какая хрень с этими статуями? Потому что многие меня утверждают, что это не за статуи лагает. Вы уверены? Вы уверены, что это не за статуи лагает? Вот сейчас вы уверены? Ответите? Ну давайте посмотрим. 30 FPS. 24 FPS. 5 FPS? Не за статуй, вашу мать? Ну ладно. Ух, у меня еще ком взорвется. 9 FPS. 6 FPS. 7 FPS. Да не, вам не кажется, что вот такими... такими движениями... Не кажется? Ну ладно, значит это не за статуи. Умники. Ну я не говорю о вас всех, но есть такие, которые говорят, да, Эрисон, это не за статуи. Конечно, вашу мать не за статуи, если тут у меня 60 FPS идут туда, у меня там 6 FPS. А что может быть и речь? Конечно, не за статуи. Может там какая-то...
трава баганая или вода возле этого музея забагалась, и вот так FPS у нас падает. Конечно, не за статуей. Я даже с вами не спорю. Это просто там, не знаю, Caterpie заспанился и глючит нам весь музей. Ну да ладно, то есть, поэтому я там босса вижу, ну, иди в жопу, босс, ладно. Да, в принципе, Мьюту тоже в скором времени у нас будет. Ух, ребята. Наконец-то. То есть, у нас будет туннель, возвращаемся к разговору, у нас будет туннель под рестораном, и на стенах будет вывешено, ну, как бы поставлены таблички, и на табличке будут имена человека. Например, под очередь там, да, там сотый, ла-ла-ла-ла-ла, там, например, 49-й человек по счету, и там у нас будут 49 табличек. Конечно, там туннель будет долгий, но все же лагов не будет, потому что там статуи не будет. Например, там 49-й человек, и будет написано число 49 и имя человека. То есть вы и так сможете засветиться, потому что я напишу ваше имя, если даже будут такие люди, которые там будут хотеть попасть или будут оставлять заказы, и, ну, если будут хотеть попасть там, засветиться или попасть куда-то в ресторан. Но мы не будем так париться по поводу ресторана, потому что в музей мы только заходили в музей, чтобы добавить людей. А так мы будем заходить в ресторан не только, чтобы добавить людей, а чтобы делать еду. А люди это будут, ну, все же в какой-то степени, ну, просто. То есть наши клиенты, которых мы будем записывать в блокнотик, потом делать им заказ. Но тоже не забывайте, могут такие люди быть. То есть даже может какой-то немой подписчик прийти и сказать, мол, там Эдисон, сделай мне там яичницу с молоком и уйти, отписаться и уйти. А я буду ждать его заказа, а он уже не будет отвечать, не будет ничего комментировать, потому что он уже ушел. Поэтому, ребята, если вы пишете заказ, вы должны комментировать каждую серию. Это не музей, то есть никто вас не заставляет, никто вас не будет выгонять, то есть отсюда вас никто не будет выгонять, но просто если вы хотите, чтобы я выполнял ваши заказы, ну, продолжайте комментировать. То есть я также буду смотреть, если вы там написали, мол, Эдисон, сделай мне там борщ и чай, я запишу борщ и чай, такой-то ник, такой-то по счету, ага, когда дойдет ваша очередь, я напишу вашу табличку с вашим именем, и под каждой табличкой будет сундук. В сундук я буду складывать ваши заказы, и потом, например, у нас будет где-то пир, я это все буду брать, жрать до того момента, пока не лопну, но все же буду тоже жрать, ребята, всю вашу еду, и будем, в принципе, с вами делиться, да, можно и так сказать. Поэтому, ребята, как бы это сделать. Ну, вы пишите заказ, я вас добавляю. И комментируйте каждую серию, чтобы ваш заказ был активен. Это, в принципе, даже в жизни есть такое, да, что там подтверждать заказ. И вы там бронируете столик в ресторане, вам нужно будет потом подтвердить, что да, я приду, я еще не передумал. Поэтому, ребята, вам нужно будет комментировать каждую серию. Если вы там сделали заказ, я вас не вижу там 2, 3, 4 серии, я лучше выполню заказ там члена нашей банды крутых перцев, заказ которого он уже долго ждет, чем я буду выполнять заказ того человека, который попросил и потом ушел, уже с нами не общается, уже куда-то ушел, зачем выполнять его заказ, если он уже куда-то ушел, да? Поэтому, ребята, подумайте над этим, это не музей, то есть такой хренотени, как с музеем, не будет, это, ну, просто, то есть будем делать заказы людей и записывать на стенку тех людей, которым мы сделали заказ, и в конце сезона мы подсчитаем, скольких людей мы удовлетворили, людям сделали ихние заказы. И это будет даже круто. И, в принципе, я не делаю это для того, чтобы как ресторан, чтобы был как музей, я вот эти уже спутаю нафиг, чтобы был как музей, потому что это уже будет, если честно, чересчур, там, и ресторан, музей, но все же, то есть, это я делаю для себя, чтобы я записывал вас. Я знал, что, ага, я этому человеку сделал ресторан. Так, спокойствие, не думая о Мью, а то уже возбудился. То есть, чтобы я не возвращался к тому же человеку. Потому что, например, какой-то там Васёк Скороходов, я не знаю, почему Скороходов, но первое, что пришло в голову, заказал там что-то пожрать, да? Я ему сделал что-то пожрать.
И через 10 серий Васек Скороходов опять меня попросил сделать что-то ему пожрать. Я его записал и потом опять сделаю ему что-то пожрать, но хотя он уже у нас будет записан в этом, как это? Ну как бы в блокноте людей, которых мы уже обслужили. То есть мы обслужили одного человека, все, мы его больше обслуживать не будем, потому что его заказ выполнен. Дайте нам тоже возможность обслужить кого-то другого, да, не будем мы только одного человека. Если каждый человек будет писать каждую серию, чтобы я ему что-то приготовил, то так я только одному человеку буду что-то приготавливать, а больше никому. Поэтому, ребята, я надеюсь, вы меня поняли. Все, с этим мы уже завязываем, я объяснил то, что я хотел. Больше мы по этому поводу в этой серии говорить не будем. Может, в следующей серии я уже начну это делать, уже хотя бы приму там 1-2 заказа, если у меня, конечно, будет время. И вот тут, наверное, вот тут, вот как-то, вот тут у нас будет спуск в этот туннель. И такой длинный туннель с семенами. И, наверное, мы уже тогда будем вот это все делать. А тут, я не знаю, может, тут будет тоже перегородка, вот такая стена. Тут, ну, или меня просили сделать вот эту сцену, как с аниматрониками, да, где аниматроники из ФНАФа выступали, и тоже, может, детскую какую-то площадку там развлекательную, я не знаю, что тут можно поставить, скамейки, там всякая разная хрень в этих модах есть, поэтому, может, мы потом даже поставим. Если вот тут эта вагонетка, будь твою мать, ребята, у нас тут призраки нахрен где-то летают. Я на начале серии ее отправлял туда. В конце серии мы вернулись, а она уже тут находится. Вашу мать. Не надо нас пугать. Не топчите мне там грядки, паскуды. Я знаю, что вы там ходите сейчас и топчете. Топчите. Натоптали. Так, вот тут натоптали. Тут еще где-то. Ну ладно, то есть... Потом будем с этим всем разбираться. А посадить. Кукумбер, да? Твою мать, ну ладно. Вот так. Ху, бью, ребята. Мы прокачали маму свайна. Нам 2 уровня осталось прокачать Дивгонгу. В этой серии мы уже не будем убивать Блисси. Давайте отложим на следующую серию. В следующей серии мы убьем 19 Блисси. Мне это кажется, что как раз будет прям супер. Поэтому, ребята... Мы словили Мью, давайте же посмотрим на нее, хотя бы посмотрим, потом закончим. Ну, вот там у меня 60 FPS, возле моего дома у меня 20 FPS. Возле музея у меня 3 FPS. Ну, конечно, это не... Ребятка, какой музей? Музей ничего не делает, он прям суперский, не лагает. Кто-то мне говорил прокачать Тропиуса. Я его сейчас... А, точно, он у меня не прокачанный. А я думал почему-то, что он у меня прокачанный. Ладно. Спасибо за то, что подсказал, потому что я думал, что он у нас уже прокачанный. Ну да ладно, я ошибся. Значит, вот так у нас будет. Следующим у нас, ну, куда-то вот сюда, пофиг, потом прокачаем. Нидоквин у нас прокачанная, тоже сюда. Так, кто-то мне еще кого-то сказал, что у меня в каких-то первых боксах есть покемоны, которые не прокачаны. Я не знаю. Райчу 34 уровень, он должен быть не 34-м, он должен быть хотя бы минимум 35-м. Круглое число такое должен быть. Так же, как и Ампфорос. То есть этих нам покемонов нужно еще будет прокачать. Изуруарка. А почему у меня тут такие покемоны? Черезарда мы, наверное, перекачали. Изуруарку мы еще 3 уровня потом выкачаем. Ну, Свамперд, он, наверное, тоже до 80-го. Да тут, в принципе, есть еще такое нормальное количество покемонов, которые, ну... недочетного числа прокачанные. Но мне кажется, это не так уж и тяжело исправить. Потом мы их прокачаем. Так, ну все, ребята. Так, Мью. Сначала показать Мью. Мы словили Хорси и Мью. Фух, нет. В этой версии еще текстурку не поменяли, но все же. Может в следующих версиях уже поменяли. Я не знаю, потому что я версии еще не обновлял. Но наконец-то, ребята. Сейчас мы уже будем потихоньку начинать. Ну почему ты меня, чертовка, так манишь? Не мани меня, чертовка. Блисси. Вот именно сейчас тебе нужно заспавиться. Но все же, ладно, спасибо. То есть, Мью. Мать твою, Суйкун заспавился. Охренеть, как вот, я уже думал, опять серия будет не очень классной, потому что Суйкун, это вашу мать. Но все же, ребята, мы словили Мью. Фух.
Мне уже говорили, что Мью не спавнится, но, как видите, извиняюсь, но ты ошибался, тот, кто это сказал. Потому что Мью спавнится. Можешь сам сейчас увидеть, да, что заспавнилось. Но я надеюсь, что также и Кёгр, и Риолу будет спавниться, я надеюсь. Так. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну все же, ребята, давайте уже на этом заканчивать. То есть в следующей серии мы убьем 20 близких. В следующей серии, может, еще раз поговорим о музее. Я буду выкидывать уже тех людей, но не буду добавлять новых, потому что я уже сказал, что останется только самый сильнейший. И если вы уже в музее, попытайтесь им стать. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. Серия опять долгая, полчасовая получилась. Всем спасибо за просмотр, ребята. Не забываем ставить лайки, не забываем на меня подписываться. Я еще... И знаете, что еще, ребята? Я еще хочу устроить какие-то сходки моих подписчиков, или там какие-то розыгрыши, или какие-то там конкурсы, или какие-то там еще что-то на 1000 подписчиков. То есть каждую 1000 подписчиков, которую, ну, как бы мы будем с вами набирать, я буду устраивать какие-то конкурсы или сходку с подписчиками. То есть там набрали, так, то есть 1000 пошла, набрали 1000. Опа, 1000 набралась, празднуем, сошлись с всеми подписчиками, попраздновали, я там раздавал вам подарки, можно даже на моих серверах или еще где-то. Точно, ребят, не забываем заходить на мои сервера, ссылочка в описании, буду рад вас там ждать, как раз там турниры сейчас проходят каждую неделю, надеюсь, вам там понравится. И все, ребята, то есть, наверное, я так, что, я попытаюсь это сделать, у меня есть идеи, то есть идеи у меня есть, но... Не на 100% они продуманы, а где-то на 60-70%.